Итак, началась новая лига. Абис, соответственно, Абис Хардкор я играю. То есть первое, что вот, ну, это не просто новая лига, еще и новое расширение. То есть недавно вышел патч падения Ариата 3.0, ну, относительно недавно. Это 3.1. То есть это не единственное, что с новой лигой началось, да, не просто новая лига. Еще изменения внутриигровые, так скажем. Ну, сейчас все по порядку. Первое, вот что я заметил. Таймер появился вот над флаконами, под флаконами теперь таймер. То есть видно, сколько флакон будет действовать. Не люблю вот этих мобов. О, 4 линк. Хорошо, что звуковое оповещение стоит. Мне 4 линки типа нужны. Не такие, правда. Второе, это я попозже покажу. Теперь награда за квесты по-другому выдается. Это я попозже покажу. Следующее, что я увидел, это сами абисы. Черт, заморозок. Сейчас покажу абисы тоже. Это плохо, у меня флакона от заморозки нет. Это плохо. Кто-то рипнулся. Ну вот, ачивки выполняются сейчас пока. Это, короче, первый день. Первый день гонки. Так что тут много рипов, много ачивок, будет выполняться в первый самый день. В 23.00 вчера стартовала лига. Ну, пятница, то есть сегодня суббота получается на момент записи. Хочу также абис. Кстати, пока до абисов не дошел, новый лут-фильтр появился, если что. Новый лут-фильтр под эту лигу. Можете там в интернете погуглить, я думаю, легко найти. То есть прям видно, что новый лут-фильтр. Новые обозначения. Пока я буду прям все подбирать. Потому что начало лиги я пока достаточно бедный. Потому я в такие моменты подбираю вообще все. 25 уровень. Ну, как обычно, дикарь, двуручка, варчив. Пока раскол, пока я до варчифа не дошел. Варчив, я не помню, где-то в четвертом акте примерно. Я как двойной тотем вкачаю, сразу варчив одену. Терпеть не могу вот этих мобов, которые взрываются. Они прям урон такой наносят. Желтые, по крайней мере. Хотя и синие дамажат нормально, кстати. Уников пока особых не упадало. Ой, ёбок, ты еб... Рип. Аня, смотри-ка, выжил. Пиздец. Мне, короче, этот моб на пол хп продамажил. Не знаю, как я выжил. Нужна еще одна статуэтка, кстати. Да, чуть по-другому теперь награда выдается. Ну, то есть окошко получения награды по-другому, я имею в виду, выглядит. Новые камешки появились. Поддержки. Ну и плюс некоторые старые камни были изменены, да, и появились новые, но данного билда это не касается, в принципе. То есть там камни такие не особо нужные для меня. Хорошо, да, звуковое оповещение на 4 линк. Сейчас до абиса добежать, абис продемонстрировать. Хардкор, да, хардкор, как обычно. Я не знал, что на SSF хардкоре играть или на обычном хардкоре. Ну, решил на обычном. Для меня, в принципе, не принципиально это. Абисы, они обозначаются на миникарте, если что, зелеными значками. Ну, как и все, на миникарте же все обозначается как-то. Этот квест я не буду выполнять для Магеллана, для Фэйргрейвс. Ну, очевидно, первый день.
То есть я еще рипнуться не успел, к счастью. Испытание восхождения не прошел. Сейчас еще кое-что покажу. Еще что я не упомянул. Относительно графики, кажется. В графике что-то вот тоже изменилось. Видите? Новое окошко. Новое окошко. Выполнение, получение награды. Буду продавать такие вещи, в принципе. Я некоторые камни вот эти собираю, типа они могут быть нужными для других билдов просто. Чисто из-за этого собираю. А, вот у меня грозовой переход вал. Ну, это юзалось, конечно. И все камни с качеством я тоже собираю, кстати. Вот. Это выпадает из абисов. Вот такие ремни. Только они юзалось пока, вот которые я замечал. В них есть гнездо бездны, вот под такой камень. То есть эти камни, они реально крутые. Вот уклонение при передвижении. Но сами ремни вот эти, такие слабоватые, как мне кажется, реально. Разместить самоцвет. В смысле, так я же размещал уж. Странно. Почему только сейчас я же размещал до этого? Ну, пофиг. Значком. Это такая точка, в нее наступаешь. Вот, и появляются мобы. И эта фигня вот разрастается. Желтые мобы там... Нифига. Нифига. Почему так сильно? Офигеть. Какие-то сильные попались. Ну и вот типа вот так вперед идешь. И тут должен сундук появиться в конце. Я пока не совсем понял, как это работает. Но типа... Надо просто идти, зачищать. И в конце награда будет. В виде сундука с лутом. Я сейчас сдохну, что ли? Здесь что-то... А, вот, клад бездны. Вот, самоцвет. Ну и вот такой ремень. А, два самоцвета. Вот, это так абис выглядит. Сам. Ну, то есть опасная штука такая, не знаю, я чуть-чуть сейчас не рипнулся. Опа-на. Сверхаус. То есть, ну, два такая. Черт, у меня ловкости и инты не хватает. Ну, вот эти желтые мобы что-то прям сильные. Вабись. Черт, мне это не нужно. Ну ладно. Вот как-то так. Это вот прям самое, что первое в глаза бросается, в принципе. Больше дальше там еще новые карты ввели. До которых я еще не дошел, кстати. Распознать 100 уников, но я пока только один находил. Плюс 25 к максимуму здоровья. О, вот, кстати, неплохой ремешок более-менее. Увеличение постепенного урона со щитом. Ну, прикольно, кстати. Ладно, вот как-то так.